Всем добрый день, с вами Ольга Ищейхи, и сегодня в продаже винтажные украшения, а также, милые дамы, перед тем, как начать показ, хочу вам напомнить, что в воскресенье вышло видео с анонсом розыгрыша. Под видео так и написано «Анонс розыгрыша». Сам розыгрыш состоится в субботу. Под видео, где написан анонс розыгрыша, милые дамы, пишите комментарии и участвуйте в субботнем розыгрыше. Мы выберем с помощью рандомайзера случайный комментарий, и призами будут... Вот такая брошь. Это брошь, спаянная вручную. Это не заводская брошь. Или вот вазочка. Так, не видно. Такая вазочка. Сейчас, девочки, чуть-чуть подниму это все дело. Вот такая вазочка. Урановое стекло. Вот. Итак. Пишите комментарии под видео, где написано анонс розыгрыша. Это видео вышло, по-моему, в воскресенье, 25 сентября, и там так и написано под видео анонс розыгрыша. Пишите комментарии под этим видео, участвуйте в розыгрыше, выигрываете или вазочку, или вот брошь. А победительница предыдущего розыгрыша, милые дамы, выбрала шкатулку, поэтому вот эта вот брошь, это урановое стекло. Брошь, опять же, спаянная вручную, теперь в продаже. Пока что это единственная брошь урановое стекло, спаянных вручную, которая у меня есть. Ну, по-моему, девочки, у меня она вообще единственная на данный момент из уранок. Вот такая брошь. Она снова в продаже. Победительница выбрала шкатулку. А дальше, милые дамы, я хочу вам показать, что у меня сегодня в наличии. Итак, броши по 5 евро. Сейчас, момент, смотрим на пустой листик. Ну, ничего. Так, вот такая вот эта современная муха. Поскольку у меня сегодня появились новые жучки-паучки, поэтому я уже и всех остальных животных достала из закромов и покажу вам все, что осталось. 5 евро бабочка. Это бабочка, спаянная вручную. И такая бабочка на данный момент у меня одна. Дальше 5 евро собаченька. У нее крутится головушка. Ну, девочки, достала всю, ну, весь зоопарк, что у меня есть. И собачек, и птичек, и насекомых. В общем, всех. Так, 5 евро это брошь. Это стекло, вставки, стекло. Вот такая брошь. 5 евро. Вот обратная сторона. Тут есть патина. Вот, видите? Зеленеет. Брошь, винтаж, фиксатор на месте. Так, дальше. Я тут сильно это... Еще одна птичка подобная у меня есть. Вот она. Как бы так ее... Вот такая птичка. Какой-то зеленый оттенок бросает камера. Не знаю почему, но это не от листика, свет просто, видимо. По 5 евро, по 5 евро птички, по 5 евро вот черепашка. Напомню, что тут фиксатор, все на месте, вообще состояние хорошее. И головушка вот так вот туда-сюда крутится у нее вот. То есть, как хотите, так и сделать можно. И еще у меня есть собачка вот такая, желто-коричневая. Вот она. И обратная сторона, ну, эта собачка, видите, тут в патине. 5 евро. Показала брошь, которая у меня по 5 евро. Дальше 10. Есть две пчелки. Это брошь пин. Сейчас, девочки, немножечко я опущу. И вот так тоже немножечко вот так, чтобы не падали с руки броши. Вот так, брошь пин. Одна пчелка. И вторая по 10 евро. Вот такие пчелки. Это Чехословакия. Вот пин. И, по-моему, там даже клеймо есть на какой-то из пчелок. А может, даже и на двух. Чехословакия. Так, дальше. Под реставрацию пудель 15 евро. Вот, это старая брошь. Это конкретно просто старая брошь. Его надо почистить, поставить фиксатор. Ну, в общем, есть чем заняться. Но не настолько проблематично для тех, кто умеет это делать. 15 евро. Дальше по 20 из того, что есть. Из
насекомых и так далее. Такой жучок-паучок, обратная сторона, тут замок, крючок. Вот так. Дальше, что у меня тут? Муха. Девочки, сегодня среда, у нас сегодня государственный праздник в Чехии. Сегодня выходной. Все по 20 показываю сейчас. Вот такая. Обратная сторона. Хорошее состояние у нее. И фиксатор на месте. Вот. Дальше. Такой вот паучок. И смотрите, какой интересный у него, как это... Ну, тут такой еще усик как бы впереди почему-то. Но, кстати, есть такие паучки, как носорог. Вот видите? Вот. По 20 евро. Вот так. Дальше у меня остались обложки мушки желтенькая. И у нее состояние очень хорошее, по 20, а не все. Я их показывала, не буду долго на них задерживаться. Розовенькая с таким непрозрачным брюшком. И нет двух глазочек у нее, но все равно у нее как бы состояние хорошее. Обратная сторона без патины. И синенькая, сейчас покажу синенькую, вот, вот такая. И тут, конечно, глазочек нет, патина, ржавчина чуть на усике, посмотрите. Вот. И тут тоже... Видите, зеленеет патина. Надо подчистить. Вот. Вот такая. Дальше 20 евро у меня такой паук. Тоже у него. Ну, видите, сошла позолота. Или тут просто почистить нужно. Вот такой вот паук. Обратная сторона. Фиксатор на месте. Ну вот, я не знаю... Вот мушки эти, да, я брала у одного продавца этих мушек, и какие-то мушечки хорошие, а какие-то просто ржавчина сплошная. Видимо, знаете, в одной коробке они лежали, и снизу, может, коробка подмокала, и поэтому получилось, что мушки, которые внизу, они заржавели, а те, которые более-менее как-то лежали, то у кого... Где-то лапка, где-то еще ржавчина. То есть как-то неравномерно. По 20 евро, напомню, эти жучки-паучки. И тут он весь клейменный, в общем. Вот такой красавец. 20 евро. Так, дальше. Дальше. Вот такой вот. Ай-яй-яй, зацепились. Вот такой вот паучок. 40 евро. Обратная сторона. Вот крючок. Состояние у него очень хорошее. То есть ни ржавчины, ни патины, ничего. Цвет красивый. Вот такой вот 40 евро паук. Дальше. Вот такой вот паук. 70 евро, девочки. Вот такие у него ножки, спинка. Впереди чуть патина есть, видите? Обратная сторона, вот, и клеймо Чехословакия. Так, вот, застежка такая, вот клеймо. В общем, состояние нормальное. Так, он 70, еще вот этот 70. Обратная сторона, тут клейма нет, но, скорее всего, это Чехословакия. Фиксатор на месте, и состояние у него более-менее, ну не более-менее, а очень даже. Тут есть все кристаллики. Тут тоже, что ли, есть? Ну, в общем, вот так, 70 евро. Дальше 70 этот паук. Или это мушка. Вот обратная сторона, состояние хорошее. Вот у него фиксатор такой. Вот такой вот паучочек. И еще 70 вот такой паук. Вот. Ну, может, это
Не паук, а какой-то другой разновидность насекомых. Может, это какая-то мушка. Паучок, мушка, девочки. В общем, вот такая вещь. Такой красавец. И состояние тут очень хорошее. Тут есть клеймо вот тут под иголкой Чехословакия. Не хочу 10 раз туда-сюда. Обратите внимание на фиксатор, на зубчики фиксатора. И состояние этой броши. Для этой броши состояние очень хорошее, но 70 евро. Итак, милые дамы, всю машкару, что у меня была вместе с животным миром, я вам показала. Еще раз хочу напомнить, что вышло видео в понедельник с анонсом розыгрыша. Девочки, не ленитесь, пишите. Пишите, девочки, не надо писать сочинение, достаточно просто что-то написать. Краткая сестра таланта не единственная правда, но все-таки пишите, участвуйте в розыгрыше. Ну, не видно. Выигрывайте. Вот такая будет. Сейчас будет. Договорюсь, будет, что не будет. А вот такой приз. Вазочка или брошечка. Выигрывайте, девочки. Так, подарки я пересылаю за свой счет. Вот. Ну и победительница прошлого розыгрыша выиграла шкатулку брошь Уран в продаже. Ну, а на этом, милые дамы, все. Желаю всем прекрасного настроения. А с вами была Ольга Ищихи. Пока-пока.